Больше никаких печей голландок и изношенного оборудования. В селе Новое Погорелово Корсунского района на глазах у местных жителей преображается фельдшерско-акушерский пункт. За ним закреплено 590 человек, из них 140 – несовершеннолетние дети и трое беременные. Капитально ремонтировать ФАП начали несколько месяцев назад. Мы убрали голландочки, заменили окна, так залили пол, так снаружи поставили пандус, поменяли крылечко. Ну, сделали ремонт в кочегарке, заменили, ну, немножко заменили в надворной постройке. Также полностью обновят медицинское оборудование, снаружи зацветет палисадник. По плану отремонтированный ФАП распахнет двери в первом квартале 2019 года. Ну а пока прием фельдшера ведут в здании местной администрации. Соседний фельдшерско-акушерский пункт в селе Урено-Карлинское все того же Корсунского района капитально отремонтировали в декабре прошлого года. Сотрудники пункта и 720 человек, которые обращаются сюда за помощью, еще помнят тазики с водой вместо цивилизованного водоснабжения и дрова, тлеющие в печи. А сейчас не нарадуются. В ФАПе тепло, светло и уютно. Но изменилось полностью весь медпункт. Нам сделали его от и до, да, и крышу, и, можно сказать, и все стены, и полы, и свет, и газ, и вода горячая у нас. Ну, все, все. Полностью весь медпункт преобразовался. У нас сейчас тепло, на работу с удовольствием идем. Раньше было там голландки топили. Таких условий не было, как сейчас. И было холодно. А сейчас стало очень хорошо. И стены нас даже лечат. Районные медучреждения в Ульяновской области капитально ремонтируют за счет программы развития сельского здравоохранения. Только в 2019 году на эти цели направят более 9 миллиардов рублей. К слову, для Корсунского района ремонт двух пунктов не предел. Мы планируем в 2019 году завершить капитальный ремонт ФАП село Новое Погорелово. Затем оформление земли у нас под модульный ФАП в селе Татарские Горенки. ФАП у нас планируется в селе Татарские Горенки на 2021 год, а на 2020 год у нас планируется, земля уже оформлена. А это значит, что еще почти 1000 людей получат комфортные условия обслуживания. Рената Алиулова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.